Доброе утречко, дорогие мои, всем. Времени, наверное, без 15:07 утра. Палыч выгнал машинёшку уже. Поехали мы к Юле. Ух, как ветер, как метет. Это метель сегодня, метель. Как метет. Уже греется, стоит. Сейчас садимся и поедем. Она сегодня будет принимать квартиру по WhatsApp. Будут показывать, сегодня сдает там товарищ. Поэтому я еду тоже, говорю, увидите в моем видео, увидели верхнюю уже, наверное, в моем сегодняшнем влоге увидите. Я тоже поехала, чтобы посмотреть, надо мне. Короче, сажусь, не задерживаться, получу письмо, надо вернуться на анализы в поликлинику. Поехали. Мать, никого не тут, Сережа? Мать, муж в машине. Утро, а у нас еще голая ночь. В общем, выехали. Тронулись то ли умом, то ли транспортом. Едем. Ребята, гололед страшенный. Перестрашенный. Идет снег, дороги перекрывают, чистят. У нас, наверное, некачественно. Посмотрите, прямо как зеркало все блестит. Чуть-чуть снежком. Припорошено. Много машин чистило. И тротуары все вычищены. Все видят. Чистят, реагента никакого не сыплют. Раньше вот как-то зимой вычищено было все до асфальта. А тут ни хрена, ну фиг знает, все-таки такая погода, хотя оттепели не было, хотя все мороз, по идее мороз, снег, но не должно быть гололеда, не должно. А в воскресенье у нас был месячник, не месячник, а проверка на дорогах, трезвый водитель называлась. В это воскресенье? В это воскресенье было. Ну? Проверили у нас Маймаксанскую дорогу 3000 машин, из них самое 500 человек были самое... Эти самые, как тебе сказать, пьяными, в нетрезвом состоянии. За рулем. За рулем. А 300 человек штрафовали с нарушением прав. Вот видишь, 3000 проверили, да? 800 нарушителей, да? Представляете себе? 30% из проверенных, это же кошмар. Это вот как летают, гоняют. Выходной, вот. В основном молодежь, ну и тоже разные поддавшие. В нетрезвом состоянии. Сейчас покажу, вот мы будем проезжать, да, на Красной Звезде у нас, когда на днях, буквально на той неделе. Вот мы сейчас тут там. Да, я покажу сейчас, где вот выезжала из двора мадам и столкнулась, по-моему, 6 машин бросила, раззакидала и закинула, вас под автобус. Парень молодой, насмерть, в самятку закинула. Из-за этой вот обезьяны за рулем с гранатой. Из двора выскочила. Не уступила дорогу. Да, ну так и там, видимо, тоже неслись. Мама, не горюй. Скорее всего, потому что 6 машин долбанутся. И со вот смертельным исходом. Ну вот одного-то паренька закинула. Как уж я не знаю, я так понимаю, что со встречки его кинула. Нашедший, значит, автобус. Прямо под автобус. Автобус-то большой. Длинный такой этот. В интернете это выставлено. Такие уже новые автобусы, это большуханские, тяжелые. Поэтому мы едем осторожно, скользко, 50 километров, вполне никто не мешает, никого нету. Мало ли что, так можно уйти всегда. Конечно, надо очень аккуратно. Но вот так парня жалко вообще прямо. Сам себя лишит, да. Так не он виноват-то. Виноват, да. Ладно, виновник, так я бы на месте расстреливала, понимаешь? Прямо брала бы автомат и на месте бы тут же бы четвертовала бы. Тот, кто виноват. Сколько вас сбивают на пешеходных переходах. Тут старушку сбили, да? Там ребенка сбили. Тут женщину с собаками насмерть сбили. Чего у нас тут гонять-то на наших дорогах? У нас ведь не Москва. Да какая там Москва, не говоря уж там о каком-нибудь вообще городишке. Дороги-то у нас. Редко где четырехполосное движение. Нет, несутся. На Глендвагенах надо ездить, на бешеных. Носятся. Вот здесь она? Нет, не здесь. Красная Звезда-то ведь не здесь следующая. Вот здесь она вылезла. А вот с остановки, вот здесь она где-то. Вот, после Красной Звезды или перед Красной Звездой. Вот там, наверное. Да, вот там, где вот стояла. Там во двора, там, тут нету дороги. Да, все. Вот она тут вылезла, с Красной Звезды. Выползла. Че тут? Я не понимаю. И вот так вот случилось, говорю. А собой ей нифига. Так и написано. А виновному? Или вот отсюда. Так вот из дворов она и выползла где-то здесь. Или тут, или тут, не знаю, я толком не поняла. Ну, с Красной Звезды, да где-то тут, между. И виновнику зашибись.
ни царапинки. Так всегда обычно и бывает. Вчера что-то я призадумалась, такая вспомнила, думаю, а что же мне за билеты не выплачивают? В Краснодар мы ездили, когда, да, хотела сказать, летали. Вот. Пошла, посмотрела, значит, вот сюда я вертикаль, в МФЦ, вот сюда я сдавала билеты здесь. А нет, сюда, в следующее здание там, ну, около этого здания, короче, в МФЦ сдавала. Я посмотрела, 13 октября я сдавала билеты. Там мне сказала девушка, которая принимала, говорит, ну, месяц они там рассматривают, ну, не рассматривают, через месяц вам выплатят. В течение 10 дней, говорит, вам придет, если, говорит, ну, что-то там не так, да, что-то не понравится там или хрен их знает, что, что они как бы, ну, откажут, в течение 10 дней язык с утра еще не ворочается тоже. А в течение месяца должны, говорит, выплатить. Вот уже 13-го будет 2 месяца. Сегодня у нас 8 число. Надо им туда позвонить. Вот все, понимаете, надо везде пробивать. Вот такие долбодоны везде сидят. Везде надо все. Надо позвонить, а дозвониться оттуда хрены до них. И спросить, сколько можно ждать-то, почему не выплачиваете за билеты-то мне? Пенсионный фонд. В пенсионный фонд надо позвонить. Ой, какие, блин, сидят там. Настроили себе только хором. Гребут с нас только налоги. Шикарно они живут там, на золотых туалетах сидят, блин. А чтобы вовремя правильно выполнить свою работу, этого нет. Сколько Юля тоже добивалась выплат, ездила там, боже мой, сколько тоже она туда ездила, сколько, ой, блин, у нее тоже видосы сняты. А попробуй-ка где-то чего-то только нарушил, я говорю, Ирина, она же инвалид первой группы, и ей положен уход. Ей выплачивают там по уходу, там небольшая сумма-то выплачивается, 1400, по-моему. Но нужно оформить человека, который не имеет дохода, то есть не пенсионер, не, значит, как сказать, не работающий, да? Это либо школьник там с 14 лет, да, до определенного там возраста, либо безработный. Ну вот и у нее просто оформлено, и этому человеку, значит, идет стаж. По уходу она как бы считается работает, да? Идет стаж. Ну и все так оформляют, многие оформляют, что деньги не лишние 1400, да, плюс стаж идет человеку, раз это положено. Ирина оформила, значит, у знакомой дочку. И она, не сказав, ничего не предупредив, устроилась на работу. Пенсионные же сразу пошли отчисления. Ей не позвонили, не предупредили. Приходит повестка в суд, не в суд. Приходит извещение. Мы на вас подали... Нет, суд повестка пришла, по-моему, ей, да? Что так-то и так, что вы, значит, как получается, что обман. Что та работала уже, да, которая была оформлена, там получала зарплату, и ей это шло начисление, это 1400. Что вы обманули государство. Она поехала в суд, значит, приезжает, они говорят, ну вы поезжайте в пенсионный-то, да? Верните там, вот получилось за 2 месяца, там 2800, да? Обокрало государство на 2800. Миллиардами, когда прут и тащат. Это все ничего, никто не видит и никто не наказан. Когда целыми комнатами деньги выгребают, тут на 2800, может, даже и меньше, да? Они говорят, так вы съездите в пенсионный, просто эти деньги выплатите, и не надо никаких судебных разбирательств будет. Они, говорят, нам пришлют бумагу, чтобы выплатили. И мы, говорит, не будем никакого дела, прямо, ну, судьи-то, говорит, посмеялись. Почему бы из пенсионного не позвонить сразу ей и не сказать, что вы вот так-то и так-то получили лишние, да, вам переплаченные лишние вот эти деньги, верните. Нет, они сразу в суд. Тут они быстро свои сраки оторвали, быстро и побежали в суд. А чтобы оплатить билеты, вот если я дозвонюсь, я им таких голубей нарою, я прям не могу, меня бесит. 2 месяца, вы что тянете там уйдя к бороде? Человек-пенсионер съездил, да, 9 там с лишним тысяч за билеты у меня, 9500 с чем-то там. Нет, они сидят там, им некогда. Вот то же самое у нас приставы такие же, не шевели. Точно такие же не шевели у нас приставы. Сколько с этими приставами тоже бодалось, блин, господи. И все, вот придешь, глазками луп-луп, ножками туп-туп, сидят. Ой, блин. И везде, везде вот все так.
А зато только с тебя так шкуру быстро снимут, спустят. Морозь какая-то, что ли, идет, да? Или что, вообще не понимаю. Снег просто. А, снег летит. Очень тепло, да, вот да, да. Снег летит, сразу потому же, что это... Мелкий снег идет. Пурга, метель. Ну, ладненько. Мимо сейчас дома будем проезжать, где раньше квартира была у нас. Мимо дома с песнями, мимо тещиного дома я без шуток не пройду. То ли заборчик ставлю, то ли попку покажу. Так и мы. Я кашляю, как собака лаю. Кашель не проходит у меня. 10-го пойду к пульмонологу. Не знаю, буду требовать все анализы, конечно. Буду требовать КТ. Потому что КТ стоит больше 3500. Сойти за свои деньги. Почему должна за свои деньги? Я после ковида переболевшая, они обязаны мне сделать КТ. Опять на уши придется ставить все. Опять придется везде опять писать, звонить, бить в колокола. Полюс. Торговый центр. Альбатрос. Вот где есть Альбатрос-то. А? Альбатрос? Вот, да. Ты что, не знал? Нет. Так здесь Альбатрос. И есть еще Альбатрос? Раньше был Альбатрос в этом самом, где... Торг реклама была там. Там тоже есть? Есть, да. Конечно. Я помню, что на работе. Там тоже есть. И есть отдел в диете. Тоже от Альбатроса. Там так и есть Альбатрос, так и остался. Где торг реклама, да? В общем, так вот везде все надо биться. Русь. Кинотеатр. Теперь кинокомплекс. Всякие тут развлекаловки проходят. И т.д. и т.п. Ой, прям опять кашлять хочу, но не могу. Времени 7 часов. Смотрите, какой уже транспортный поток идет. 7.07 времени. Уже ползут все на работу. Да, едут все на работу, наверное, в основном-то. Врачиваем к Юбиному дому уже. Вчера говорит, а сколько приедешь? Я говорю, рано приеду. Везет мне Палыч, потому что я ему говорю, поликлинику. О, да хорошо, говорит, хоть внученьки кашки манной сваришь. Нет, конечно, сварю. Чего не сварить-то? О, подъезжаем. Поехал Палыч, он все. Варю кашку. Никуля спит еще. Третьему уроку я сегодня. Станет горяченькой кашки. Похлебает любимочка моя маленькая. Положить маслица. Маслечка. Не хочет слазить. Пихнилушка, не хочет. Не хочет. Ну, пусть она растает, потом перемешаю. Ну, буду микусельки накладывать, чтобы подостыло. Не могу поднять ногу, держи. Обана. Вот будет кашечка вкусная. Ты, Вики? Угу. Сейчас стынет горячая. Давай. Лежим с Юлюшкой ноги в потолок. Вика ушла в школу сегодня к третьему уроку. А мы лежим, полеживаем. Смотрит такая на меня и говорит. У тебя одна профиль накрашена, а вторая нет. Я говорю, ну что? А что, говорит, так, я говорю, сейчас так модно. Что? Мне, говорю, уже Вика сказала, я, говорю, в курсе. А зачем, говорит, так ты? Я говорю, так хочу, так модно сейчас. У меня со вчерашнего дня накрашены бровки, я же встала, по-моему, сегодня рано мы ехали, сгреблась, и ничего, как бы, умывалась, и, видимо, одна подсмылась, а другая нет.
Так и хожу. Хохочем, лежим. Хохочем все, да хочем. Пяточки вот ваши видны. Ребята, лежу, балдю у Юли. Сейчас, да? Звонок на телефон я закимарила, смотрела видосы тоже. И меня что-то в сон, я говорю, что меня от видео в сон клонит. Звонок на телефон, смотрю, звонит мне зам главврача 4-й нашей поликлиники, в которую я хожу. Вот. Звонит, я уж прям так испугалась, расстроилась. Думаю, господи, что там у меня опять... Ну, думаю, только делала флюшку, думаю, что опять с легкими какие-нибудь проблемы. Она обращает себя имени отчеству ко мне. Так и так, мол, типа, я говорю, да-да-да. Мы лекарства выписываем. Выписали, значит, по февраль месяц. Так что можете прийти в регистратуру, получить лекарства. Декабрь, январь, февраль. Я говорю, хорошо, спасибо большое. Юля слышит, говорит, что теперь уже на дом тебе звонят, приглашают. Да чего ты там уже всех их зашугала? Да чего уже, я говорю, да не говори. Я думаю, я что-то знаешь, думаю, что случилось-то? Вот. Скажут, чтобы эта старая калоша не жаловалась никуда, так. Ну, не только мне выдают всем, естественно, это. Просто, что, может быть, обзванивают всех. То уж так, я утрирую, конечно. Так что вот, до февраля. Главное, чтобы выдали все правильно, самое это интересное. Выдать-то можно, и не знаю, на полгода, но там не додадут, да там не додадут, да опять разборки эти мне так настодоели уже. Вот, ладненько, все прекрасно и замечательно. Сходим, получим, ждем, сидим. В час должны с Краснодара звонить. Будут передавать квартиру риэлтор. Так что ждем пока. Ласки, а тут Капски и Драконовы. Это около, и получается, Египет, Ливия, Сирия, все вот эти прибрежные государства среднеазиатских, Средиземного моря, которые потом с той стороны, там Красное море. Вот у них, там, да. Да. У них вообще все моря внутренние у Африки. Судан, Эфиопия, вот эти все. Красное, Средиземное, да. Внутренние. А, ну вот, про горы знаю. Дедушка приехал. Мы любим. Дедушка Палыч приехал. Обсуждают географию с Викой. И тишина. И мертвые с косами стоят. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Брехня. Времени 16:33, едем домой с Палычем. Потому что столько времени, с часу, да? И вот, ну, наверное, полчаса назад уже. Ну, с часу, наверное, до 3, до 3:30, наверное, точно мы разбирались с квартиросъемщиком. Ну, приеду, потом расскажу дома. Заехали в поликлинику, заберу сразу рецепты, раз позвонила мне замглавврача, что до февраля выдают лекарства по февраль. Включительно, я так понимаю, господи, фарами стоит, светит, ё-моё, вообще ничего не видно. Так что получить пока не передумали, ну по пути.